Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции сделали министр здравоохранения республики и руководитель Роспотребнадзора по Дагестану. В этом году в Дагестане предстоит привить от гриппа 60% населения. Это делается для того, чтобы избежать чрезмерной загруженности лечебных организаций в осенне-зимний период, который потенциально может осложниться вспышками коронавирусной инфекции. В республику уже поступило более 200 тысяч доз препаратов для привития. В ближайшие дни в регион прибудет свыше 300 тысяч доз вакцины от гриппа для детей. Препараты распределены по районам Дагестана. Врачи отмечают, что, прививаясь, зараженный вирусными инфекциями гражданин легче переносит болезнь. Сегодня с Джамалудином Алиевичем мы вакцинировались. Мы, наверное, сегодня первые пациенты. Вот, с вакциной «Совингрипп» – это очень хорошая российская вакцина, которая в течение 10 дней формирует иммунитет против гриппа. Насколько важно, это недооценить важность данного мероприятия нельзя. Почему? Потому что весной мы столкнулись с моноинфекцией, с коронавирусной. На сегодняшний момент осенний сезон характеризуется тем, что начинают циркулировать респираторные вирусы, начинает циркулировать вирус гриппа. Если у человека будет микст инфекция, то есть будет и коронавирус, и грипп, течение данной инфекции будет значительно тяжелее. Первыми в вакцинации участие примут сотрудники правительства Республики Дагестан и администрации городов и районов республики. В силу специфики работы они много контактируют с людьми и находятся в зоне риска. Могут и заболеть, и явиться источником распространения инфекции.